Божьей милости будем нам грешны. Создав нас, Господи, помилуй нас. Без числа мы согрешили, Господи. Прости и помилуй нас грешных. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю, Душа Истины, и же везде сый вся исполняй, сокровища благих и жизни подателю. Приди, всевисенный, очистенный от всякие скверны, и спаси, блажи, души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, окажи мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть Царствие, сила и слава веки. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем Христу, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Поспеши, Боже, избавить меня. Поспеши, Господи, на помощь мне. Да постыдятся и посрамятся ищущие души мои. Да будут обращены назад и преданы посмеянию, желающие мне зла. Да будут обращены назад за поношение меня, говорящие мне «хорошо, хорошо». Да возрадуются и возвеселятся о тебе все ищущие тебя и любящие спасение твое. Да говорят непрестанно «велик Бог, я же беден и нищ, Боже, поспеши ко мне, ты помощь моя, избавитель мой, Господи, не замедли». Помощник и покровитель явился мне ко спасению. Он Бог мой, прославлю его, Бога Отца моего и превознесу его, ибо он торжественно прославился. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Превзойдя Каинова убийства, я по сознательному соизволению через оживление плоти сделался убийцей души, вооружившись против нее злыми моими деяниями. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Я не сравнился, Иисусе, в праведности с Авелем, никогда не приносил тебе приятных даров, ни дел богоугодных, ни жертвы чистой, ни непорочной жизни. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Мы, злосчастная душа, как Каин, принесли Создателю всего порочную жертву, нечестивые дела и непотребную жизнь, потому-то мы и осуждены. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Оживотворивший земной прах, скудельник, ты даровал мне плоть и кости, дыхание и жизнь, но, Творец мой, Искупитель и Судья, прими меня, кающегося. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Я открываю пред Тобою, Спаситель, соделанные мною грехи и раны души и тела моего, которые разбойнически нанесли мне внутренние убийственные помыслы. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Спаситель, если я и согрешил, но знаю, что Ты, человеколюбец, Ты казнишь сострадательно и горячо милуешь, взираешь на плачущего, и как отец поспешаешь призвать потерянного. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Пресносущая Троица, которой мы поклоняемся как единству, сними с меня обременительную тяжесть греха, и по своему милосердию даруй мне умилительные слезы.
и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Богородица, надежда и помощь всем прославляющим Тебя, сними с меня обременительную тяжесть греха, и как непорочная владычица, прими меня кающегося. Внемли небо, я буду возвещать и воспевать Христа, пришедшего во плоти от Девы. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. И мне грех шил кожаные ризы, сняв с меня богатканную прежнюю одежду. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Как смоковными листьями облегся я одеянием стыда в изобличение самовольных страстей моих. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Я нарядился в постыдно запятнанную, гнусно кровавленную истечениями страстной и любосластной жизни одежду. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Я подвергся мучению страстей и вещественному тлению, оттого ныне гнетет меня враг. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Предпочтя нестяжательности жизни, привязанную к земным вещам и любостяжательную, я нахожусь теперь под тяжким бременем. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Я украсил кумир плоти разноцветную одеждою гнусных помыслов и подвергаюсь осуждению. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Я позаботился с усердием об одном внешнем благоукрашении, не обратив внимания на богообразную внутреннюю скинию. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Я засыпал срастями красоту первобытного образа Спасителя. Ты, как некогда, драхму взыщи и найди ее. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Согрешил, и как блудница взываю к тебе один, я согрешил пред тобою. Прими, Спаситель, от меня мира слезы. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Спаситель, как мытарь, я взываю к тебе, смилуйся надо мною. Я согрешил пред тобою, как никто из чад Адамовых. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Воспеваю тебя, едино в трех лицах Бога всех Отца, Сына и Святаго Духа. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пречистая Богородица Дева, ты одна, всеми воспеваемая, усердно моли о нашем спасении. На камне твоих заповедей утверди, Господи, поколебавшееся сердце мое, ибо ты один свят и Господь. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. В тебе, истребитель смерти, нашел я источник жизни, и прежде кончины взываю тебя от сердца моего. Согрешил я, смилуйся, спаси меня. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Согрешил я, Господи, согрешил пред тобою, смилуйся надо мною, ибо между людьми нет грешника, которого бы не превзошел я прегрешениями. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Я подражал необузданно поступившим современникам Ноя, унаследовал их жребий, потопление потопом. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Подражая согубителю Хаму, ты не прикрыла душа, отвернувшись назад лицом срамоты ближнего. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Избегай, душа моя, воспламенения греха, как Лот убегает Содома и Гоморры. Избегай пламени всякого безрассудного стремления. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Господи, помилуй, взываю к Тебе, помилуй меня, когда придешь с ангелами своими воздать всем по достоинству их дел.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Несозданное безначальное по естеству, прославляемое в трех ипостасях, простая Троица, спаси нас с верою поклоняющихся Твоей власти. И ныне пресно и во веки веков. Аминь. Богородительница, Ты, не испытавши мужа, во времени родила прежде век от Отца исходящего Сына, и, о, странное чудо, сохранивши детство при млекопитании. Услышал пророк о пришествии Твоем, Господи, устрашился, что Тебе угодно родиться от девы и явиться людям. И сказал, услышал я весь о Тебе и устрашился, слава силе Твоей, Господи. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой. Бодрствуй, душа моя, будь мужественна, как великий из патриархов, чтоб приобрести себе дело по разуму, чтобы обогатиться умом, видящим Бога, и проникнуть в неприступный мрак в созерцании и получить великое сокровище. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой! Великий из патриархов, родив 12 патриархов, таинственно представил Тебе, душа моя, лестницу деятельного восхождения, премудро расположив детей, как ступени, а свои шаги, как восхождение вверх. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой! Подражая ненавиденному Исаву, душа, Ты отдала соблазнителю своему первенство первоначальной красоты и лишилась отеческого благословения, и несчастная пала дважды деятельностью и разумением, поэтому ныне покайся! Это Твой голос, Иисус, снова зовет меня восстать и следовать за Тобою. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой. Исав был назван Едомом за крайнее пристрастие к женолюбию. Он, непрестанно разжигаясь невоздержанием и оскверняясь любострастием, назван Едомом, что значит распаление души грехолюбивой. Ты избавил верных Твоих от подобного греха. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой! Слышав об Иову, сидевшем на гноище, Ты, душа моя, не подражала ему в мужестве, не имела твердой воли во всем, что узнала, что видела, что испытала, но оказалась нетерпеливою. Ты же, Искупитель мой, даруешь терпение, ибо горе потерявшим его. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой! Бывший прежде на престоле, теперь на гноище обнаженный и изъязленный, имевший многих детей, и знаменитый внезапно стал бездетным и бездомным. Гноище считал он своим чертогом и язвы драгоценными камнями. Ты, Боже, дал мне силы переносить посланные испытания. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Нераздельным по существу, неслиянно в лицах богословских исповедую Тебе троичное единое божество, соцарственное и сопрестольное, возглашаю Тебе великую песнь в небесных обителях, троекратно воспеваемую, и ныне и пресно и во веки веков. Аминь. И рождаешь Ты, и остаешься девою, в обоих случаях сохраняя по естеству девство, рожденный Тобой обновляет законы природы, а девственное чрево рождает, когда хочет Бог, то нарушается порядок природы, ибо Он творит, что хочет. От ночи бодрствующего просвети меня, молю, человеколюбец, путеводи меня в повелениях Твоих и научи меня, Спаситель, исполнять Твою волю. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой! Ты слышал, душа, корзинки с Моисеем, в древности носимом водами в волнах реки, как в чертоге, избегшим горестного последствия замысла фараонова. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой!
Если ты слышала, несчастная душа, о повивальных бабках и некогда умершлявших новорожденных младенцев мужеского пола, то теперь, подобно Моисею, млекопитайся мудростью. Благодарю тебя, Господи, Боже мой. Подобно великому Моисею, поразившему египтянина, ты не умертвила бы, несчастная душа гордого ума. Как же, скажи, вселилась бы ты в пустыню от страстей через покаяние? Благодарю тебя, Господи, Боже мой. Великий Моисей посетил пустыни. Иди и ты, душа, подражай его жизни, чтобы и тебе увидеть в терновом кусте явление Бога. Благодарю тебя, Господи, Боже мой. Изобрази, душа Моисея, в жезл, поражающий море и огустевающий глубину в знамение Божественного креста, которыми ты можешь совершить великое. Благодарю тебя, Господи, Боже мой. Аарон приносил Богу огонь чистый, беспримесный, но Офни и Финиес приносили, как ты, душа, отчужденную от Бога нечистую жизнь. А ныне жертва моя есть дух сокрушенный и благодарный тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Тебя, Пресвятая Троица, прославляем за единого Бога. Свят, свят, свят Отец, Сын и Дух, простое существо, единица вечно поклоняемая. И ныне и присно и во веки веков. Аминь. Тебе нетленная, не познавшая мужа, Матерь Дева, облегся в мой состав, сотворивший мир Бог, и соединил с собой человеческую природу. От всего сердца моего я воззвал к милосердному Богу, и Он услышал меня из ада преисподнего, и воззвал жизнь мою от погибели. Благодарю тебя, Господи, Боже мой! Волны грехов моих, Спаситель, обратившись, как в Черном море, внезапно покрыли меня, как некогда египтян и их всадников. Но я возопил к тебе, и ты спас меня. Благодарю тебя, Господи, Боже мой. Нерассудителен твой выбор, душа, как у древнего Израиля, ибо ты безрассудно предпочитала божественной мане сластолюбивое пресыщение страстями. Но ныне, Господи, призвал тебя на чудную вечерю любви. Благодарю тебя, Господи, Боже мой. Колодцы хананейских помыслов ты, душа, предпочитала камню с источником, из которого река премудрости, как чаша, изливает струи богословия. Но ты, душа, расслышала голос возлюбленного твоего Иисуса, и ныне сидишь с ним у колодца мудрости, и вот Духа Святаго. Благодарю тебя, Господи, Боже мой. Свиное мясо, котлы, египетскую пищу ты предпочитала пищи небесной, душа моя, как древний безрассудный народ погибала в пустыне. Иисус увидел тебя, и оживил, и омыл, и даровал силу на благовестие всем людям. Благодарю тебя, Господи, Боже мой. Как Моисей, раб твой, ударив жезлом о камень, таинственно предизобразил животворное ребро твое, Спаситель, из которого все мы почерпаем питье жизни. Благодарю тебя, Господи, Боже мой. Исследуй, душа, подобно Иисусу Навину, и обозри обещанную землю, какова она, и поселись в ней путем исполнения закона. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Я, Троица, простая, нераздельная, раздельная в лицах и единица, соединенная по существу, свидетельствует Отец, Сын и Божественный Дух. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Чрево Твое родило нам Бога, принесшего наш образ Его, как Создателя всего мира. Моли, Богородица, чтоб по молитвам Твоим нам оправдаться. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Душа моя, восстань, что ты спишь, конец приближается, и ты смутишься. Пробудись же, пробудись, чтобы пощадил тебя Христос, Бог вездесущий и все наполняющий. Мы согрешили, жили без закона, неправо поступали пред тобою, не сохранили, не исполнили, что ты заповедал нам, но не оставь нас до конца, Боже, отцов. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Когда ковчег везли на колеснице Туоза, когда волк свернул в сторону, лишь только прикоснулся, испытал на себе гнев Божий, но душа, избегая его дерзости, благоговейно почитай божественное. Благодарю тебя, Господи, Боже мой. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Ты слышала об Авессаломе, как он восстал на саму природу? Знаешь гнусное его деяние, которыми он обесчестил ложе отца Давида. Но ты сама подражала его страстным и сластолюбивым порывам. Но родившись свыше во Христе Иисусе, ты, душа, осудила себя, чтобы жить для Господа. Благодарю тебя, Господи, Боже мой. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Свободное свое достоинство ты, душа, подчинила своему телу, ибо нашедши другого Ахитофела, врага, ты склонилась на его советы, но их рассеял сам Христос, чтоб ты спасена была. Благодарю тебя, Господи, Боже мой. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Чудный Соломон, будучи преисполнен дара премудрости, некогда, сотворив злое пред Богом, отступил от него. Ему ли ты желаешь уподобиться, душа своей жизнью достойной проклятия? Господь мой, искупитель от всех грехов, благодарю тебя, Господи, Боже мой. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Увлекшись сластолюбивыми страстями, осквернился, увы, ревнитель премудрости, возлюбив нечестивых женщин и отчуждившись от Бога. Ему ты, душа, не подражай, и в уме постыдным сладострастием помилуй меня, Боже, помилуй меня. Благодарю тебя, Господи, Боже мой. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Ты поревновала, душа, Раваму, не послушалась совета отеческого, и вместе злейшему рабу Иеровоаму, древнему мятежнику, избегай подражания им и взывай к Богу. Согрешила я, умилосердись надо мною. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Благодарю тебя, Господи, Боже мой. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Троица простая, нераздельная, единосущная, единое естество. Светы и светы три святы, едино лицо свято. Бог Троица, воспеваемая в песнопениях, воспой же и ты, душа, прослав жизнь и жизни Бога всех, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваем тебя, благословляем тебя, поклоняемся тебе, Богородительница, ибо ты родила единого из нераздельной Троицы Христа Бога и сама открыла для нас, живущих на земле небесные обители. Кого прославляют воинства небесные, пред кем трепещут херувимы и серафимы, того все существа и творения воспевайте, благословляйте и превозносите во все века. Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Соревновав Озии душа, ты получила себе вдвойне его проказу, ибо помышляешь недолжное, делаешь беззаконное, оставь, что у тебя есть, и приступи к покаянию. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Благодарю тебя, Господи, Боже мой. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Ты слышала, душа, о неневитянах, в рубище пепли каявшихся Богу. Им ты подражала, хотя бы упорнейшей всех согрешивших до закона и после закона. Твой дух подвиг меня к раскаянию. Помилуй меня, Боже, помилуй меня.
Благодарю Тебя, Господи Боже мой, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Ты слышал, душа, как Иеремия в нечистом рве с рыданиями взывал к городу Сиону, искал слез, подражай плачевной его жизни и спасешься. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Благодарю Тебя, Господи Боже мой, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Иона побежал в Фарсис, предвидя обращение ниневитян, ибо он, как пророк, знал милосердие Божие и вместе ревновал, что пророчество не оказалось ложным. Он не желал проповедовать язычникам, считая их недостойными милости Твоей, но Ты и меня пощадил. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Ты слышала, душа, как Даниил во рве заградил уста зверей? Ты узнала, как юноши, бывшие с Азарию, верою гасили разжженный пламень печи? Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Из Ветхого Завета всех я привел к Тебе в пример, душа. Подражай богоугодным деяниям праведных и избегай грехов людей порочных. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой. Слава Тебе, Сыну и Святому Духу. Безначальный Отец, безначальный Сын, Утешитель благий, Дух правды, Родитель Бога Слова, Слово безначальное Отца, Дух животворящий и созидающий, Троица единая, помилуй меня, и ныне, и пресно, и во веки веков. Аминь. Мысленная Порфира, плоть Эммануила, соткалась внутри твое чрево пречистое, как бы из вещества пурпурного. Потому мы почитаем Тебя истинную Богородицу. Рождество от бессеменного зачатия неизъяснимо. Без мужной матери нетленен плод, ибо рождение Бога обновляет природу. Поэтому Тебя, как Богоневесту Матерь, мы все роды православно величаем. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Христос был искушаем, дьявол искушал, показывая камни, чтобы они обратились в хлебы, возвел его на гору, чтобы видеть все царства мира в одно мгновение. Бойся, душа, этого обольщения, бодрствуй и ежечасно молись Богу. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Пустыннолюбивая горлица, голос вопиющего, Христов светильник взывал, проповедуя покаяние, а Ирод беззаконствовался радиадою. Смотри, душа моя, чтобы не впасть тебе в сети беззаконных, но возлюби покаяние. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Предтеча благодати обитал в пустыне, и все иудеи и самаряне стекались слушать его, и исповедовали грехи свои с усердием, принимая крещение, и ты, душа, подражала им. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Брак честен, ложа непорочна, ибо Христос благословил их некогда в Кане на браке, вкушая пищу плотью и притворяя воду в вино, совершая первое чудо, чтобы ты, душа, изменилась. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Христос укрепил расслабленного, взявшего постель свою, воскресил умершего юного сына вдовы, исцелил слугу сотника и открыл в себе самарянке предначертал Тебе, душа, служение Богу духом. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Господь исцелил кровоточивую через прикосновение к одежде его, очистил прокаженных, дал прозрение слепым, исправил хромых, глухих, немых и врачевал словом скорченную, чтобы ты спаслась, несчастная душа. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Благодарю тебя, Господи, Боже мой.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Прославим Отца, превознесем Сына, с верою поклонимся Божественному Духу, нераздельной Троице, единой по существу, как свету и светом, жизни и жизням животворящему и просвещающему пределы вселенной, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Сохрани грацию, пречистая Богородительница, под Твою защиту Он царствует с верою, и от Тебя получает крепость, и при Твоем содействии неотразимо побеждает всякое бедствие, берет в плен врагов и держит их в подчинении. Преподобный Отче Андрея, моли Бога нас. Андрей, досточтимый отец преблаженный, пастырь Крицкий, не переставай молиться за воспевающих Тебя, чтобы избавиться от гнева, скорби, погибели и бесчисленных прегрешений нам всем, искренне почитающим память Твою. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Бытие, чтение. Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. И сказал Господь Бог: не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеком сими, потому что они плоть, пусть будут дни их 120 лет. В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им. Это сильные, издревле славные люди. И увидел Господь Бог, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбил в сердце своем. И сказал Господь: истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скотов, и гадов, и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их. Ной же обрел благодать пред очами Господа Бога. Вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил пред Богом. Ной родил трех сынов: Сима, Хама и Афета. Но земля растлилась пред лицем Божиим, и наполнилась земля злодеяниями. И возвел Господь Бог на землю, и вот она растлена, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. И сказал Господь Бог Ною: конец всякой плоти пришел пред лице мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их с земли. Сделай себе ковчег из дерева гофер, отделение сделай в ковчеге, осмоли его смолою внутри и снаружи. И вот я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни под небесами. Все, что есть на земле, лишится жизни, но с тобой я поставлю завет мой. И войдешь в ковчег ты, и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою. Веди также ковчег из всякого скота, из всяких гадов, и из всех животных, и от всякой плоти по паре, чтобы они оставались с тобою в живых. Мужеского пола и женского пола они будут, пусть они будут. Из всех птиц породу их, из всех скотов породу их, и из всех присмыкающихся по земле породу их, из всех по паре войдут к тебе, чтобы остались живых с тобою, мужеского пола и женского. Ты же возьми себе всякой пищи, какую питаются, и собери к себе, и будет она для тебя и для них пищей. И сделал мы все, как повелел ему Господь Бог, так он и сделал. И сказал Господь Бог Ною: войди ты и все семейство твое в ковчег, ибо от тебя увидел я праведным предо мной в роде сем. И всякого скота чистого возьми по семи мужеского пола и женского, и скота нечистого по два мужеского пола и женского. Также из птиц небесных чистых по семи мужеского пола и женского, и всех птиц нечистых по две мужеского пола и женского, чтобы сохранить племя для меня и для всей земли. Ибо через семь дней я буду изливать дождь на землю 40 дней и 40 ночей, и истреблю все существующее, что я создал с лица земли. Но и сделал все, что Господь Бог повелел ему.
Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь. Беседа святого Иоанна Златоуста, номер 20. Матфея, 16 глава. Теперь, предлагая то, что особенно могло убедить слушателей его, то есть, что сокровище прибудет у них неистощимым, Господь и с другой стороны склоняет их к милосердию. Не говорит, что если подашь милостыню, то сокровище сохранится, но угрожает противным случаем, то есть, что если не подашь, то оно погибнет. Подивись неизреченной мудрости. Не сказал, что другим его по себе оставишь, что нередко бывает приятно людям, но к их ужасу показывает, что они и этого не в силах сделать, потому что хотя бы люди богатству и не причинили ущерба, но всегда будут вредить моль и ржа. Хотя, казалось бы, и легко совладать с этим вредом, но на самом деле трудно преодолеть или предотвратить его. Что бы ты ни придумал, не можешь предотвратить этого вреда. Почему? Неужели золото истребляется молью? Если молью не истребляется, то воры крадут. Но неужели всех обкрадывают? Если и не всех, по крайней мере, очень многих. Ввиду этого Спаситель рассматривает богатство и с другой стороны, как я выше упомянул, где сокровище человека, как говорит он, там и сердце его, Матфея 6, глава 21 стих. То есть, хотя и ничего подобного не случится, но немалый для тебя вред будет заключаться в том, что ты будешь прилеплен к земному, будешь рабом вместо свободного, отпадешь от небесного, не в состоянии будешь помыслить о горнем, а только о деньгах, о процентах, о долгах, о прибытках и гнусных корчемствах. Что может быть бедственнее этого? Такой человек впадает в рабство, более тяжкое, чем рабство всякого раба. И что всего гибельнее, произвольно отвергает благородство и свободу, свойственные человеку. Сколько ни беседуй с тобой, имея ум, пригвожденный к богатству, ты не можешь услышать ничего полезного для себя. Но как пес в логовище, прикованный к заботам о деньгах, крепче цепи, бросаешься ты на всех проходящих к тебе. Занимаешься только тем, чтобы для других сохранить лежащее у тебя сокровище. Что может быть бедственнее этого? Но так как мысль эта превышала понятие слушателей, и как вред, так и польза, проистекающая от богатства, для многих не были очевидны, и чтобы понять это, нужен был ум довольно проницательный, то Спаситель после предварительного объяснения и говорит, где сокровище человека, там и сердце его. Поясняя то же самое, далее обращает речь от умственных предметов к чувственным. Именно говорит, светильник для тела есть око. Матфея 6 глава, 22 стих. Смысл слов его таков. Не закапывай в землю ни золота, ни чего-либо другого тому подобного, потому что сокровища ты собираешь для червя, тли и для воров. Хотя ты и сбережешь его от истреблений, но не сохранишь свое сердце от порабощения и прилепления ко всему земному. Потому что где будет сокровище там твое, там будет и сердце твое. Напротив, если будет твое сокровище на небе, то не только имеешь ту выгоду, что сподобишься за это небесных почестей, но еще и здесь получишь награду. Возносясь на небо, помышляя и заботясь о небесном, так как очевидно, что ты туда же перенесешь и ум свой, куда положишь свое сокровище. Наоборот, когда ты положишь свое сокровище на земле, то будешь испытывать совершенно противное. Если же сказанное кажется тебе неясным, то выслушай следующее. Говорит Господь, светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Матфея, Евангелие от Матфея, 6 глава, 22-23 стихи. Таким образом, Спаситель обращает свое слово к наглядным примерам. Так как он упомянул о порабощении и пленении ума, а это для многих было неудобно понятным, то он свое учение прилагает к предметам внешним и перед очами находящимися, чтобы по ним могли уразуметь и то, чему подвергается ум. Как бы так, говорит Спаситель, если не знаешь, что значит повреждение, случающееся с умом, то научись этому из рассматриваемой вещи телесных.
вещей телесных. Что значит глаз для тела? То самое и ум для души. Конечно, ты никогда бы не захотел носить золото, облекаться в шелковые одежды и вместе быть слепым. Но здравие очей предпочел бы всей такой пышности. Ведь если лишишься зрения, то никакой не будет для тебя приятности в жизни. Но как при слепоте очей и прочие члены, не пользуясь более светом, очень ослабевают свои деятельности, так равно и по растлении ума жизнь твоя исполнится бесчисленных зол. Поэтому, как касательно тела мы наиболее заботимся о том, чтобы иметь здоровое зрение, так и касательно души преимущественно должны заботиться о здравии ума. Если ослепим ум, долженствующий доставлять свет и прочими способностями, то чем смотреть будем? Загрози источник, иссушишь и реку. Подобным образом, кто помрачает ум, тот приводит в беспорядок все действия его в настоящей жизни. Потому Спаситель и говорит, если свет, который в тебе тьма, какова же тьма, когда корчи сделается добычей волн, когда светильник угаснет, когда вождь будет пленен, тогда какая уж надежда остается для подчиненных? Всякий грех содеях, всех предох блудом, аще восхощу покаятися неимом, срестоки аще леностно и ныне поживу. Муце повинен есть, но дашь мне исправление, иди неблагий Боже и помилуй мя. Тучными и подальше Христе слез, поста красный день, я когда восплачу и омыю скверну, я же от сластей и явлюсь тебе очищен. И когда судие с небесе, имаши прийти, Господи, судите человеком, яко судия и праведный един. Придите усердно твердое оружие, поста имуще, яко щит, всякую конь прелести вражия отвратим, верней, не опалимся сладостьми страстей, ни огня искушений убоимся. Им же Христос, человеколюбец, почестьми терпение венчает нас, тем же содерзновением молящимся, припадаем зовущим, просящим мира и душам нашим верия милости. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек. По правде Твоей избавь меня, преклони ко мне ухо Твое, поспеши избавить меня. Будь мне каменную твердыню, домом прибежище, чтобы спасти меня, ибо ты каменная гора моя и ограда моя, ради имени Твоего, Господи, ради имени Твоего води меня и управляй мною, выведя меня из сети, которую тайно поставили мне, ибо ты крепость моя, в Твою руку предаю дух мой, ты избавлял меня, Господи, Божьей истины. Ненавижу почитателей суетных идолов, но на Господа уповаю, буду радоваться и веселиться о милости Твоей, потому что Ты презрел на бедствие мое, узнал горесть души моей и не предал меня в руки врага, поставил ноги мои на пространном месте. Помилуй меня, Господи, ибо тесно мне, иссохла от горести око мое, душа моя и утроба моя, истощилась печали жизнь моя и лета мои в стенаниях, изнемогла от грехов моих сила моя, и кости мои иссохли. От всех врагов моих я сделался поношением, даже у соседей моих и страшилищем для знакомых моих. Видящие меня на улице бегут от меня, я забыт в сердцах, как мертвый. Я как сосуд разбитый, ибо слышу злоречие многих. Отсюда ужас, когда они сговариваются против меня, умышляют исторгнуть душу мою. А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты, мой Бог, в Твоей руке дни мои. Избавь меня от руки врагов моих и от гонителей моих. Яви светлое лице Твое, рабу Твоему, спаси меня милостью Твоею. Господи, да не постыжусь, я на Тебя уповаю. Нечестивые же да посрамятся, да умолкнут в аде. Да не имеют уста лживые, которые против праведника говорят злое с гордостью и презрением.
как много у Тебя благ, которые Ты хранишь для боящихся Тебя, и которые приготовил уповающие на Тебя пред сынами человеческими. Ты укрываешь их под покровом лица Твоего от мятежей людских, скрываешь их под тенью от пререканий языков. Благословен Господь, что явил мне дивную милость свою в укрепленном городе. Смятение моим я думал, отверженный от очей моих, от очей Твоих, но Ты услышал голос молитвы моей, когда я взывал к Тебе. Любите Господа все, праведные Его, Господь хранит верных и поступающим, надменно воздает с избытком. Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше, все надеющиеся на Господа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. С нами, Бог, разумейте языцы и покоряйтеся, яко с нами, Бог, услышите до последних земли, яко с нами, Бог. Могущие покаяйтеся, яко с нами, Бог. Аще бу паки возможите и паки побеждены будете, яко с нами, Бог. И ежаще совет совещеваете, разорит Господь, яко с нами, Бог. И слово ежащего возглаголите, не пребудет в вас, яко с нами, Бог. Страха же вашего не убоимся, ниже смутимся, яко с нами, Бог. Господа же Бога нашего того освятим, и той будет нам страх, яко с нами, Бог. Яще на Него надеюсь я буду, будет мне во освящение, яко с нами, Бог. И уповаде буду на Него, и спасуся им, яко с нами, Бог. Все азы дети, я же ми даде Бог, яко с нами, Бог. Люди, ходящие во тьме, видяща свет вели, яко с нами, Бог. Живущие во стране и сени смертной, совет воссияет новые, яко с нами, Бог. Яко отроча родися нам, сын и дадеся нам, яко с нами, Бог. Его же начальство бысь на раме Его, яко с нами, Бог. И мира Его несть предела, яко с нами, Бог. И нарицается имя Его велико совета ангел, яко с нами, Бог. Чуден советник, яко с нами, Бог. Бог крепок, властитель, начальник мира, яко с нами, Бог. Отец будущего века, яко с нами, Бог. С нами, Бог, разумейте языцы и покоряйтеся, яко с нами, Бог. День пришед, благодарю Тебя, Господи. Вечер прошу, с ночью без греха подашь мне, спаси, спаси меня, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. День пришед, слава, славлю Тебя, Владыка. Вечер прошу, с ночью без соблазна, но подашь мне, спаси, спаси меня. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. День пришед, песнославлю Тебя, святый, вечер прошу, с ночью ненаветен подашь мне, спаси и спаси меня. Бесплотное естество херувимское, немощными песнями Тебя славословят, шестокрыльное животное серафимы, непрестанными глаз и Тебя превозносят, ангелов же вся воинство тресвятыми песнями Тебя восхваляют, прежде бы всех Еси сы, Отец, и собезначально имаши Твоего Сына, и равночестно носяй Духа жизни, Троица, являшися нераздельная, Пресвятая Дева, Матерь Божия, еже Слово сановица, и слуги, пророка же и мученика, все лица, яко бессмертную имуще жизнь, о всех молитесь прилежно, яко все есть мы в бедях, да прелести избальшися лукавого ангельскую вопием песнь, святый, 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 три святый, Господи, помилуй, спаси нас. Аминь. Верую во единого Бога Отца Вседержителя,
Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, ибо единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света Бога, истина от Бога, истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу им же вся быша, нас ради человека и нашего ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Святой и Марии Девы и вочеловешися, распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшая и погребенная, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца. И в Духа Святаго Господа истинного и животворящего, и же от Отца исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемой славим оглаголовшего пророки, во единую святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Поклоны, аще кто как может. Пресвятая Владычица Богородица, моли о нас, грешных. Пресвятая Владычица Богородица, моли о нас, грешных. Пресвятая Владычица Богородица, моли о нас, грешных. Все небесные силы, святых ангелов, архангел, молите о нас, грешных. Все небесные силы, ангел, святых ангелов, архангел, молите о нас, грешных. Святый Иоанн, пророчий, предтеча и креститель Господа нашего Иисуса Христа, моли о нас, грешных. Святые и славные апостолы, пророцы, мученицы и все святые, молите о нас, грешных. Преподобные и богоносные отцы наши, пастыри и учители вселенной, молите о нас, грешных. Непобедимая и непостижимая и божественная сила честного и животворящего креста, не остави нас, грешных. Непобедимая и непостижимая и божественная сила честного и животворящего креста, не остави нас, грешных. Боже, очисти нас, грешных. Боже, очисти нас, грешных, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже и си на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть Царствие, сила и слава во веки. Аминь. Невидимых враг моих, неусыпание. Веси, Господи, я окаянные, плоти моя, неможение, беси создаваями, тем же в руцы Твои предаю дух мой, покрый мя крылом Твоей благости, да никогда усну в смерть, и умные мои очи просвети в наслаждение божественных словес Твоих, и воздвигни меня во время благопотребно к Твоему словословию, яко един благ и человеколюбец. Призри, услыши меня, Господи Боже мой, яко страшен суд Твой, Господи, ангелов предстоящим, человеком водимым, книгам разгибаемым, делом испытуемым, помыслом истязуемым, ки судья будет мне зачатому во грехе, кто ми пламень угасит, кто ми тьму просветит, аще не Ты, Господи, помилуйши мя, яко человека любит, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Слезы ми дашь, Боже, яко же иногда жене грешницы, и сподоби мя, омочите нози Твоим, я же ми от пути прелести освободившись,
и мира благоухания тебе приносите, житие чисто покаяниями созданное, да услышу, и аз желаемый твой глаз, вера твоя спасетя, иди в мир, и ныне присно и во веки веков, аминь. Непостыдную Богородица надежду твою имея, спасуся, предстательство твое, стяжав Бог пречистое, не убоюся пожену враги моя, и побежду, а я во един облеклся, яко в бронь кровь твой и всемогущую твою помощь, моляся вопию ти, владычица, спаси меня молитвами твоими, и восстави меня от мрачного сна к твоему славолюбию, силою из тебе воплотившегося Сына Божия, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков, аминь, честнейшую херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога, слово родшую, сущую Богородицу тебя величаем. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Блажен, кому отпущены беззакония, чьи грехи покрыты, блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чьем духе нет лукавства. Когда я молчал, обещали кости мои отцы дневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего. Я сказал, исповедуй Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего. Зато помолится тебе каждый праведник во время благопотребное, и тогда разлитие многих вод не достигнет его. Ты покров мой, ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями избавления. Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя, око мое, над тобою. Не будь как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою делами, чтобы они покорялись тебе. Много скорбей нечестивому, а уповающего на Господа окружает милость. Веселитесь о Господе, радуйтесь, праведные, торжествуйте все правые сердцем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Пресвятая Троица, помилуй нас, Отче наш. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие, святые посети, исцели немощи наши. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днеся, остави нам долги наши, якоже мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь. Господи, сею с нами буди, и много бо разве Тебе, помощников в скорбях неима мы. Господи, сею помилуй нас. Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его во утвержение силы Его. Господи, сил с нами будет, и много бо разве Тебе, помощников в скорбях неима мы. Господи, сил помилуй нас. Хвалите Его на силах Его, хвалите Его по множеству величествия Его. Господи, сил с нами будет, и много бо разве Тебе, помощников в скорбях неима мы. Господи, сил помилуй нас. Хвалите Его во гласе трубнем, хвалите Его во псалтыре и гуслях. Господи, сил с нами будет, и много бо разве Тебе, помощников в скорбях неима мы. Господи, сил помилуй нас. Хвалите Его в тимпане лице, хвалите Его во струнах и органе. Господи, сил с нами будет, и много бо разве Тебе, помощников в скорбях неима мы. Господи, сил помилуй нас. Хвалите Его в кимвалях доброгласных, хвалите Его в кимвалях восклицания. Всякое дыхание да хвалит Господа. Господи, сил с нами будет, и много бо разве Тебе, помощника в скорбях неима мы. Господи, сил помилуй нас. Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его во утвержение силы Его.
Господи, сил с нами будет, и много бы разве тебе помощника в скорбях неима мы. Господи, сил помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, аще небыхом святые Твоя имели молитвенники и благостывитую, милующую нас, как усмели быхом спаси пети Тя, Его же славословят непрестанно ангелы сердцеведчи, пощади души наша, и ныне присно и во веки веков, аминь. Многое множество моих, Богородица, прегрешений к Тебе, прибегох чистое спасение требуя, посети немуществующую мою душу и моли Сына Твоего, Бога нашего, дать им оставление, я же содеях лютых, едино благословенная, Всесвятая Богородица, во время живота моего не остави меня человеческому предстательству, не вери меня, но сама заступи и помилуй меня, все упование мое на Тебя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под покровом Твоим, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси и на земле, поклоняемый, славимый Христе Божий, долготерпеливый, многомилостивый, многоблагоутробный, и же праведно любя и грешно и милуй, и же вся завыка спасения обещания ради будущих благ, сам, Господи, прими наши в часть сей молитвы, исправи жизнь нашу к заповедям Твоим, души наши освети телеса, очисти помышления, исправи мысли, очисти, избави нас от всякие скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелами, да ополчением их соблюдаем и наставляем, и достигнем в соединении веры и в разум неприступной Твоей славы, яко благословенности во веки веков. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без искления Бога, Словородшую, сущую Богородицу, Тя величаем. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Господи и Владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия, празднословия и сребролюбия не дашь мне. Дух же смиренно-мудрия, целомудрия, терпения и любви даруй мне, Господи, рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, даруй зреть мне моя согрешение, не суждать и брата моего, так как Ты благословен во веки веков. Аминь. Боже, милости буди нам грешным. Боже, милости буди мне грешному. Боже, милости буди нам грешным. Боже, очисти нас грешных. Боже, очисти меня грешного. Боже, очисти нас грешных. Боже, очисти нас грешных и помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных. Боже, милости буди нам грешным. Создавай нас, Господи, помилуй нас. Господи и Владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не дашь мне. Дух же смиренно-мудрия, целомудрия, терпения, любви даруй мне, Господи, рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, даруй зрите мне моя согрешение, осуждать и брата моего, а Ты благословен во веки веков. Аминь. Святый Божий, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наше, святые посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, же и си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Нескверное, неблазное, нетленное, пречистая, чистая дева, Богоневеста, Владычица, я же Бога, Слово человеком,
преславным Твоим Рождеством соединившая и отринувшая естество рода нашего небесным нам совокупшая, я же ненадежных едина надежда и боримых помощи, готовое заступление Тебе притекающих и всех христиан прибежище, не гнушайся мне грешного, скверного, скверными помыслы и словеси, и деяниями всего себе непотребно сотворша, и разумом ленности сластей жития раба быша, но яко человеколюбивого Бога Матерь, человеколюбивым умилосердись человеколюбивым о мне грешным и блудним, и примимое, еже от скверных устен приносимое Тебе моление, и Твоего Сына, и нашего Владыку, и Господа, Матерне Твое дерзновение, употребляющие, моли, да отверзутся и мне человеколюбивые утробы своя благости, и, презрев мои бесчисленные прегрешения, обратит меня к покаянию, и своих заповедей делателя искусно избавит меня, и предстанет мне присно, яко молитвами, и милосердное, и благолюбивое, к настоящему, у Божития теплая предстательница и помощница сопротивных нашествия, отгоняющие и ко спасению наставляющими, и во время исхода моего окаянную мою душу соблюдающие, и темные зраки лукавых бесов далече от нее отгоняющие, в страшный же день суда вечными избавляющие муки, и неизреченные славы Твоего Сына и Бога нашего наследниками показующие, юже и да улучу, Владычица моя, Пресвятая Богородица, Твоими ходатайством и заступлением, благодатью человеколюбия недородного Сына Твоего, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа, Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение с обезначальным Его Отцом и Пресвятым и Благим Животворящим Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. И дашь нам, Владыка, на сон грядущим покой тела и души, и сохрани нас от мрачного сна греховного, от всякого темного и ночного сладострастия, укроти стремление страстей, угаси рожжение стрелы лукавого. Я же наны льстивно движимое плоти нашей, восстание утоли, всякое земное и вещественное наше мудрование успи, и даруй нам, Боже, бодр ум, целомудр помысл, сердце трезвящее, сон легок, и всякое сатанино мечтание изменен. Восстави же нас во время молитв, утвержденных в заповедях Твоих, и память судеб Твоих в себе твердо имуща. Всенощное славословие нам даруй, во еже пети и благословите, и славословите пречестное великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Преславная Преснодева, Матерь Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша. Упование мой Отец, прибежище мой, Сын, покров мой, Дух Святой, Троица Святая, слава Тебе, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитву ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных отцов наших, всех святых, помилуй нас. Аминь. Спаси, Господи, и помилуй всех предстоящих здесь молитвы пред Тобою, всю церковь Твою истинную, всех патриархов, митрополитов, архиепископов, епископов, священства, иноческих, чинприч, церковных, вся православные христиан, избави их от всякие скорби, гнева и нужды, от всякие болезни душевные и телесные, и полезные душам нашим сотвори. Боже, милости буди нам грешным, создавай нас, Господи, помилуй нас. Без числа мы согрешили, Господи, прости и помилуй нас грешных. Благослови. Чтение великого покаянного канона Андрея Крицкого на вторник закончено. Еще будет два чтения в среду и в четверг в 6 часов вечера. Завтра в среду точно так же в 6 часов вечера. Храни всех,
Спасибо.